Воспитанник Чувашской школы спортивной аэробики, мастер спорта России международного класса Алексей Германов в составе сборной команды России стал пятикратным чемпионом мира. Триумфальные для нашего земляка соревнования завершились в конце минувшей недели в Баку. 16-й чемпионат планеты собрал в столице Азербайджана более 170 представителей 22 стран. Российская сборная стала победителем в общекомандном зачете, обойдя в табеле о рангах сборной Румынии и Венгрии. Достойный вклад в победу национальной сборной внес наш спортсмен Алексей Германов. Но мало кто знает, какой ценой. Еще на тренировке перед чемпионатом спортсмен получил травму. Мне приходилось через боль, через какие-то усилия тренироваться и готовиться к чемпионату мира продолжать. И, соответственно, естественно, и выступать. Через себя переступаешь. Приходилось не обращать на это внимания, думать о том, что за тобой стоит республика и страна, что нужно показать себя достойным на соревнованиях и сделать все возможное. Помимо медали в командном зачете, Алексей поднялся на вершину пьедестала почета в дисциплине гимнастическая платформа. Также на счету нашего титулованного спортсмена серебряная медаль в танцевальной гимнастике. Сегодня Алексей сам тренирует молодежь. Его тренер Оксана Дьячук вспоминает, как когда-то познакомилась с 9-летним мальчиком. Его привела мама и сказала, он такой энергичный, дома так надоел, везде скачет, прыгает. Возьмите его, может быть, здесь он вам пригодится. Что удивительно, я тогда сказала, какое золото к нам пришло. Я его погладила по голове и сказала, до сих пор помню это хорошо. Так это же будущий чемпион мира. Хотя сама, слукавила, конечно, на тот момент. И тем не менее, видите, как корабль назовешь, так он и поплывет, видимо. Так и получилось. Впереди большие планы. Нужно готовиться к чемпионату мира. Он пройдет в Италии в сентябре. А пока Алексей проходит реабилитацию, занимается лечебной физкультурой, принимает процедуры. Главное – покой. Это поможет восстановить травмированные мышечные ткани. Екатерина Шеверова, Юрий Марков, Республика.